нас потом. Итак, господа, всем здравствуйте. Сегодня я вам покажу сразу две машинки MAN DGS. Одна машина 2021 года, это вот та, которую вы видите прямо сейчас. Вторая машинка 2022 года выпуска. Разница в цене у них будет аж 40 тысяч евро. А почему? Потому что первая машинка у нас дорестовая, это вот эта беленькая, и у нее пробега под 500 000. А вторая машинка у нас рестовая, и у нее пробега 100 с копейками. Ну и там комплектация, соответственно, тоже немножечко получше, чем на вот этом автомобиле. А теперь давайте поподробнее, попопулярнее по вот этому автомобилю. Значит, это у нас 2021 год. Пробега здесь у нас 520 тысяч километров. А габариты сразу давайте. Длина рамы у нас 7,45. Машинка находится на колесах 315/70/22,5. Такие колеса стоят на всех трех осях. Остаток резины, в общем и целом, неплохой. На каких-то осях он 70%, на каких-то 80%, где-то 90%. Короче, резины вполне себе еще ездить и ездить. Это колесная формула 6x2, если что, вдруг. А что еще? Здесь автоматическая коробка передач на 12 скоростей. Здесь два бака, каждый по 590 литров. Таким образом, мы получаем общий объем тонну 180. Машинка у нас не участвовала в ДТП, она в родном окрасе. У нее шикарнейшее техническое состояние. И в общем и целом, каких будто либо не было нареканий, по этому автомобилю нет. Теперь давайте посмотрим кабину. В поисках автобарета, в каждом сне все про тебя. Ультрафиолетом сладко пахло сентября. Самым ярким цветом вновь раскрасит тополя. Так, соответственно, вот у нас получается ящики. Ящики для хранения. Это самая большая кабина, это кабина XXL. У нас с вами идет, это 470-я машина, если что, то бишь у нас 470 лошадиных сил. Еще забыл сказать, если вдруг это кому-то важно, наверняка это кому-то важно, высота корпуса, то бишь рамы, я имею в виду, несмотря на высокую резину 70-ю, здесь 96 сантиметров. По поводу переобуть эту машину на 60-ю резину, если что, чтобы, соответственно, еще на 3,5 сантиметра уронить высоту, не подскажу, не знаю, надо будет разбираться в этом вопросе, но тем не менее, высота рамы и так вполне себе хорошая, потому что частенько значения за сотку идут, а тут 96 на 70-й резине, еще раз повторяюсь. Что касается комплектации автомобиля, вполне себе она неплохая. Здесь два спальника у нас, холодильник, как видите. Здесь есть автономка, она аж на 4 киловатта. Здесь адаптивный круиз-контроль есть, что немаловажная функция, на мой взгляд. Он с системой удержания в полосе, с системой предупреждения о покидании полосы. Он с автоматическим экстренным торможением, ну это, соответственно, если пролюбился. Так вот, соответственно, пробег сейчас вам тоже покажу. Опа, 520-865. Значит, как я и сказал, здесь адаптивный круиз-контроль с функцией экстренного торможения. Это если вдруг пролюбился, что называется. Салончик, как видите, внутреннее убранство автомобиля вполне себе в хорошем состоянии. Машинка не загажена, ухожена. И так далее, и так далее. И еще к тому же ей сделают химчистку. У нее была предпродажная подготовка, но предпродажная подготовка касалась технической части. То есть здесь было проведено ТО, масла, фильтра, колодки, вот это вот все. А кабину, соответственно, еще тоже внутри салончика, я имею в виду, почистят. Ну, вот сейчас, соответственно, с вами еще запустим мотор, ну и с улицы еще сейчас снимаем. Звук мотора, все остальное вы услышите. Опа, ну-ка. Вот. В общем, соответственно, такие вот дела.
Так, ну и подкапотное пространство, как видите, как я говорил, машина не участвовала в ДТП, все абсолютно целехонькое. Нареканий технических, еще раз повторюсь, по этому автомобилю нету никаких. ТО у него только-только-только сделанное. Подкапотное пространство, как сами видите, абсолютно чистенькое, ухоженное, нигде никакой ни коррозии, никаких соплей не торчит, радиаторы все чистенькие, все в порядке, нигде никаких ни масляных следов. Ну, короче, все так, как и должно быть на нормальном, хорошо ухоженном автомобиле. Так, ну и вот, в общем-то, сам мотор и агрегат. Подушечки, все, как видите, в шикарнейшем состоянии, рама, все хорошо, никакой коррозии. Так, ну и что, давайте теперь познакомимся со вторым экземпляром. Так, ну и вот вторая наша красоточка. Соответственно, это Рест, это 2022 год. Здесь пробега всего 131 тысячу километров. Так, здесь у нас, соответственно, длина рамы с вами покороче. Здесь длина 7.10. Колеса, так же, как и на предыдущей машинке, 315/70, 22.5. Также на всех трех осях резина, как видите, вполне себе в неплохом состоянии. Здесь один бак на 790 литров. Машинка также без ДТП, без окрасов, без ничего. Фактически это, в общем и целом, новый автомобиль. Это рестовая машинка. Сейчас обойдем, покажу мордочку. Также она 470-я. Вот. Высота, кстати, у нее также 96 сантиметров, как и на первой машинке. Вот, как видите, охренительно красивая оптика. Уже такая прям наебуренная, что называется. И цвет. Цвет вообще оганесян. Ну, новая машина. Я говорю, тут вообще, по большому счету, особо по ней рассказывать, по большому счету, нечего. Только технические характеристики. Вот. Вот, как видите, цвет у нее такой, вот я не знаю, как он на видео смотрится, он такой какой-то вот сине-голубой, такой темный металлик, вообще прям, ну, охренительный. Так, кабина здесь, кстати, если у нас первая машинка там XXL, здесь у нас кабина GM, то бишь чуть-чуть поменьше она сама по себе идет, кабина. Так, про высоту рамы я уже говорил, что здесь 96 сантиметров, как и на первой машине, несмотря на то, что машина на 70 резине. Здесь также у нас АКПП, также 12 передач, как и на первом варианте. Пробега, еще раз повторяюсь, 131 тысяча, это 2022 год. Стоимость этих машин, и одной, и второй, в конце ролика я вам напишу прямо на экране, равно как и контакты, по которым вы можете обратиться для консультации, что называется. Цены озвучивают до 1 апреля, при заказе я имею в виду, до 1 апреля, потом бог знает. Так, ну и, соответственно, вот у нас ящики для хранения. Здесь, как видите, в отличие от первой машины, они абсолютно целые. Это также 470-я машина, как и первая. Внутреннее убранство, ну, сейчас я вам покажу. Ну, сами понимаете, что у машины практически нету пробега. Соответственно, здесь состояние нового автомобиля, потому что, как видите, даже здесь внутри никаких ни чесок, ничего нету. Абсолютно свеженький, новенький автомобиль. Сидушка здесь тоже с подогревом, равно как и в первом автомобиле. Здесь тоже два спальника, здесь тоже есть автономка. Автономка здесь тоже на 4 киловатта. Вот, что еще? Так, ну вот, как видите, соответственно, матрасы без всяких каких-то пятен, еще что-то просто. Застилать белую простыночку и упуть, что называется. Поэтому здесь ничего химчистить не надо. Есть камера на мертвую зону, соответственно. Так, что еще? ТО. У этого автомобиля ТО пройдено. Пройдено ТО у него было на пробеге 119 тысяч. Сейчас, как видите, 131 611. Был там на 119, там 700, там, ну что-то такое. Ну то есть, короче, машина только-только-только после ТО. Поэтому... понятное дело, что технических нареканий по этому автомобилю нет ровным счетом никаких, но при этом типа и обслуживать его тоже не нужно. Так, теперь по комплектации, чего у нас есть помимо камеры мертвых зон.
Значит, по комплектации. У нас здесь есть система навигации, у нас здесь также адаптивный круиз-контроль с функцией также удержания в полосе. Приборка здесь уже, кстати, электронная, а не обычная, аналоговая, как на первом автомобиле. Вот, у нас есть адаптивный круиз-контроль, у нас есть система навигации, у нас есть мертвые зоны. У нас есть охранная система Line. Стоит она как крыло от самолета, кстати. Так, ну и сейчас пока покажу вам, как все это дело поднимается, опускается. Соответственно, контакты вы сейчас увидите на экране. Ценник тоже напишу. Так, подкапотное пространство. Ну, сами понимаете, что здесь никаких нареканий быть не может, потому что, еще раз говорю, у машины 131 тысяча пробега, автомобиль фактически новый. Можно сказать, прошел обкатку, теперь его можно покупать в работу. Ну вот, никаких, ну, не бито, не крашено, что называется. Ну вот, в общем-то, и все, господа. Вот такие вот два автомобиля я вам хотел показать. До свидания. С тобой кометы, где ты?